Лаборатория создана на базе экспертно-криминалистического центра. ДНК-экспертиза – один из самых достоверных способов идентификации по биологическим следам человека. Теперь работа сотрудников полиции по установлению личности ускорится в разы. Тесты будут занимать от 3 дней до 2 месяцев. Штат лаборатории – 5 человек. Это местные специалисты. Сюда по предъявляемым критериям, соответствующим высшим образованием, были набраны сотрудники, которые прошли высокий конкурсный отбор, и которые практически весь 2015 год, уже будучи сотрудниками полиции, провели в служебных командировках, осваивая передовой опыт продвинутых ДНК-лабораторий. Это Курск, Пермь, Томск, Кемерово, Иркутск, Барнаул и другие города. Оснащение лаборатории обошлось более чем в 50 миллионов рублей, из них 38 было потрачено на покупку оборудования. Сейчас оно работает в тестовом режиме, исследования начнутся в ближайшее время.